колбаса, картофель, хлеб, молоко и рыба – основные составляющие продуктовой корзины. Именно за этими товарами так тщательно следят проверяющие органы. Вот и 2016 год начался с контроля за ценами на продукты первой необходимости. Нам бы хотелось тоже по молочке, по конкретному ассортименту понять, что происходит. На полках с молочной продукцией полное импортозамещение. Более того, большинство продуктов не просто российские, а приморские. Здесь конкуренцию им практически никто не может составить. Да и жители края сделали свой выбор. Все чаще покупают местное. То же касается и колбасной продукции. По молочной продукции рост порядка 10%. По колбасам, по некоторым народным сортам колбас, какая-то докторская, там, студенческая и так далее, по некоторым наименованиям снижение цены, не намного, на 2-3%, но снижение. Ситуацию на продовольственном рынке Приморья представители исполнительной власти в целом оценивают как положительную, особенно по сравнению с прошлым годом. Полки в магазинах больше не пустуют, а рост цен на продукты, в отличие от других регионов страны, минимальный. Теперь осталось уладить ситуацию в рыбной отрасли и обеспечить морской город доступной селедкой и навагой. Татьяна Меньшикова, Александр Кононенко и Максим Евсеев. Панорама.